Ну что, идите сюда. Люблю по зомбаков пофигачить. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кити, Васаби, Скромник, Агент, Гусь, Данила, простой человек, Раздекс. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Здравствуйте. Hello, guys. Сегодня мы играем Гаррис Мод и будем защищать Красти Краб от многочисленных волн зомби. Если пять, кушайте, при этом нет аппетита, а у нас выживание от зомби. Пацаны, вы готовы? Да, капитан. Я скачал очень классный мод, теперь я могу ставить очень много одновременно зомби. Так, смотрите. Так, заходим вовнутрь. Когда я нажму правую кнопку мыши, они появятся. Вы готовы? Да. Нет. Ну, это такие, ну, не мощные. Да подожди, не стреляй еще. А чё они стоят? А, надо их заагрить. Кто не сыт? Да, я несу. Послабее, пошли. Идите, идите, пацаны, агрите. О, пошли, пошли, пошли. Тут еще, кстати, в этом моде, который мы скачали, можно поставить флаг, и они на флаг будут идти. Ну, мы еще не тестили, это мы сделаем в следующем ролике. Стреляете нормально, пацаны? Опа, 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 позабегали. Так, надо дробовик, пацаны, брать. Только дробовик спасет. Вот этот, вот, многоствольный. Что, всех убили? Ух ты! Так, что-то слабо оружие, надо помощнее взять что-то. Снайперка. Это была слабая волна, это была первая волна, а уже как тяжело. Так, давайте быстро. Во, вот мое любимое оружие. Я его очень часто использую в роликах. Убили? А нет, не убили. Еще вижу есть. Убили вроде. Ты что мы тут вакханалию сделали на карте? Вообще жестко. Вторая мировая. Но, да нет, мы уже третью запилили. Так, хорошо, будем считать, что мы очистились от зомбаков. Вы готовы еще раз повыживать? Но только сейчас будет жестче, пацаны. Давай, мы не боимся. А, изично? Да, вообще. У да. нас сегодня очень много зомби, ребята, очень много. Давай, Димка, ставь. Рони, ты ходи. А, я понял, в чем смысл. Чпоньк. Чпоньк. Пацаны, не знаю, может у кого-то будет лагать, но не факт. Захожу вовнутрь сразу. А, вы не видите, сколько сейчас появится, не? Не-не-не. А тут можно зайти? О, я захожу сюда. О, погнали. Давай. Ой, лагает. Да, стойте, стойте, стойте. Я что-то переборщил. Давайте другие зомби поставим. Это, мне кажется, зомби очень были такие мои. Лаговато переборщил. Может, еще и лагающий. Такое тоже может быть. Погнали. Сервич. Не, нормально. О, эти простые, кстати, этих можно больше прям поставить. Ну что, идите сюда. Люблю по зомбаков пофигачить. Короче, это была простая, да, волна, пацаны? Чизи. Очень. Не почувствовал. Хорошо, понял. Так, приготовьтесь. Вы готовы? Да. Хорошо. Да, капитан. Пацаны, надеюсь, вам понравится. Лагает. Немножечко лагает. Я переборщил, да, наверное? Да, 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 да. Немножко. Хорошо, удаляю. Вот это у нас мясо. Ребята, я просто хочу, как всегда, поставить триллион триллионов штук. И игра даже на это не рассчитана, то, что я хочу сделать. Все, давайте тогда буду поменьше ставить. О, вот такой у нас есть зомбачок. Мне кажется, это будет прям вообще яркий. Все, я разошел. Сейчас буду стрелять. Вот так и вот столько поставлю, больше не буду. Давай. Отходим. Я готов. О, пулемет. Я понял, каждый зомби по-своему. Могут лагать, могут не лагать. Да. Ух, Рони, ты красиво зачистил. Рони. Хорошо, молодец. Умница. О, ползучий. Вот это жесть. Все, делаем, пацаны, сюрприз. О, вот так, мне кажется, уже придется повоевать всем. Погнали. Давайте, пацаны, расчехляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Успокойся, как краб бешеный. Да, красный краб, судя, хорошо, мы защищаем. Ой. Прикольно, да, все остается, прям вот у вас кровь, да. Все, пули остаются? Да. Офигеть. Мне кажется, у меня раньше исчезало все. Или мне только кажется? Кажется. Кажется, да? Мне раньше в Горисмоге было такое, что не было. Так, вот такие у нас еще зомбачки есть. Давай, ставь, мы ничего не боимся. Мы стронги. Можно было? Было. Ой. Вот такие пойдут вам ползучие. Уроды. По приказу генерала Гаусса. Ой, красиво пострелять. Иди сюда. Это краб вонючий. Так, я вижу, тут еще ползает у нас. Вот это ублюдок отлетает, какая красиво. Тут с пулеметом стоит вообще. Я могу вообще, знаете, что здесь можно сделать? Толпу с ножами зафигачить. Давай. Нет, если ролик наберет 3000 лайков, в следующем ролике мы сделаем. Или все с палками электрическими будут, ну прям много можно сделать. С оружием. Да? А можно ли драть, предложил вот так? Готовы? Да. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, шлагает как. Возможности Горисмода проверяем. Ого, они там используют оружку. А, что-то. Вот это мясо. Война в Горисмоде жесточайшая. Так, пошел. Ай, убили. Что, вовнутрь зайдут? Так, они зайдут вовнутрь, надо как-то вот сюда зашкериться. Ой. Нет, не зайдет. Ура. Ой, они бьют через стену. Че, пацаны, нормально убивают? Да, убивают через стену. Вот это кто-то строчит с пулями. Ух, ёкало-манекало. Жестко, пацаны. Вот это защита красти краба. Мне кажется, у нас не получается. Они зашли вовнутрь, тупо здесь ходят, хозяйничают. Что тут творится в Акханалии? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да что ж такое? Да хорош, пацаны, вы чё? Уничтожили. Нет, не уничтожили, он еще на улице есть. Я буду сейчас стрелять. Ой, красиво, нас такого расстояния-то убил. Вы умные, да, типа, думаете, пацаны? Да. Нет, мы не подумаем. А, вы так и есть, да? Хорошо. Сейчас что-то будет. О, привет. У тебя тоже 155-го? Марионетки психички, спрыгивай. Ого, чё они быстрые такие? Фигеть, никто ничем не может. Пока дуло развернет, он тебя убьет. Ты так не попадешь по ней. Ого, их тут. Это жесть. Да ё-моё. Хорошо, давайте. Я вам сейчас попроще поставлю, пацаны. Эти NPC, когда видят обычных игроков, вызывают рандомных NPC Security Breach аниматроника. Смотрите, что сейчас будет происходить. Опа! И Рокси появилась. Так. Отлично. Сейчас будет немного жестче волна. Чика. Так, интересно, сколько так может появиться аниматроников? А, нет. Пока меня убили, ничего страшного. Че, пацаны, война? Да, война. Берем оружие и начинаем воевать. Теперь нам не придется их спамнить, они сами будут спамниться. Чего? Так, мой любимый дробашок. Я не помню, они убиваются или нет? Да. А сколько жизней? Мало, да. Так, осторожно. Прям жестко. Блин, а они за какое оружие против них использовать?
Давайте прыгнуть. Снайперку возьмем. Хорошо дамажится, но ничего не происходит. Так, гранатомет. Отлично. Так, заряжаемся. Патронов пацаны, нет, не хорошо. Не появляйтесь на спавне. Сейчас они отойдут. О, отлично. Эй. Да не появляйтесь. Так интересно, их дамажит? Дима, спаси, мы тут застряли. О, бегите. Ребята, спасайтесь, кто может. За мной монти бегут. Оставь себе. Ой. Ой, мне а их, наверное, не убьют так. Надо что-то другое брать. Нет, 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 нет. Ах ты, смотри, зараза какая, а? Я вроде бы попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я успел, я успел, я успел. Ого. Ого, какого они вызвали. Так, да не появляйтесь. Пацаны, я вам помогу. Давай. Я вам помогу, я лечу вам помогать. Бегите. Ты ж, ну и что, ну и что, ну и что? Ой, опять вылетел Гаррисмод, да что ж такое? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. У нас всем отличное настроение и посмотрим мои ролики еще.